Футболисты клуба городского округа «Химки» стали чемпионами первой лиги. Красно-черные одержали победу над командой «Черноморец» из Новороссийска со счетом 2-1. Мячи забили Александр Руденко и Тимур Касимов. Матч проходил на стадионе «Арена Химки», и болельщики не скрывали своего восторга. Мы чемпион! Мы чемпион! Мы чемпион! Мы чемпион! Химки набрали 66 очков в 34 матчах и заняли первое место в турнирной таблице. Вторая строчка у команды махачкалинского «Динамо», которая уступила «Алании» в параллельном матче. Команду с победой лично поздравил глава «Химок» Дмитрий Волошин. Красно-черные второй раз в истории стали победителями первой лиги. Напомним, впервые «Химки» выиграли чемпионат в 2006 году. Хочу поздравить всех с выходом в премьер-лигу. Во-первых, во-вторых, с чемпионством, золотыми медалями, вот, с кубком. Мы это сделали благодаря вам. Вот, вы наша огромнейшая поддержка, наша толкающая нас вперед сила. Вот, просто, не знаю, от всей команды большое вам спасибо. Вот, дальше будет больше. Юлия Самошина, Дмитрий Бочаров. Новости Химки МТВ.